Франция сегодня ликовала всю ночь. Во всех крупных городах люди вышли на улицы праздновать победу. В одном только Париже на Елисейских полях собрались более 90 тысяч человек. Они распевали «Марсельезу», танцевали и обнимались. Практически у всех в руках были национальные флаги. Каждый второй надел майку французской сборной. На триумфальную арку проецировали изображения игроков команды, а Эйфелева башня переливалась цветами триколора. В стороне от футбольного праздника не остался даже Лувр, который поздравил французскую сборную, переодев Мону Лизу в форму национальной сборной. Не обошлось, правда, и без беспорядков. В Париже и Марселе фанаты стали громить витрины, и полицейским пришлось успокаивать их при помощи слезоточивого газа. Ну а сборная Хорватии впервые в истории вышла в финал чемпионата мира. Поэтому проигрыш настроения болельщиков не омрачил. На центральной площади хорватской столицы 1000 человек ликовали не меньше французов. Танцы, песни и фейерверки не прекращались всю ночь. Поводом для особой гордости стало признание капитана сборной Луки Модрича лучшим игроком чемпионата мира 2018 года. И сегодня Загреб готовится ко встрече своих героев. Сборная Хорватии уже покинула московский отель и направляется в аэропорт. Дома их ждет торжественная церемония приветствия, которая пройдет там же, на центральной площади столицы.